Здравствуйте, дорогие мои малыши телезрители! Как обычно, в вечернее время в эфире Углического телевидения детская передача «У Лёвушки в гостях». Знаете ли вы, друзья мои, сколько океанов на нашей земле? На нашей земле океанов 4. Индийский – самый соленый в мире. Океан Атлантический славен сельдями. Ледовитый все время спит подо льдами. А Тихий, конечно же, вовсе не тихий, а буйный, глубокий и самый великий. А мы с вами, друзья мои, вновь отправляемся в плавание по океану знаний, которого нет на карте, но он самый глубокий, поверьте мне. Отправиться в путешествие по этому океану может только тот, кто много читает. Вы готовы? Тогда вперед! Сначала давайте попытаемся понять, почему люди в разных странах говорят на разных языках. Ведь насколько было бы легче и проще, если бы все говорили на одном языке. Так и было, наверное. Когда-то все люди говорили на одном общем для всех языке. Но за многие тысячелетия люди расселялись по планете, общались только внутри своих племен, в каждом из которых появлялось все больше и больше различий. Постепенно от того общего языка ответвлялись другие языки. Поэтому в каждой стране теперь свой язык. И, наверное, это очень даже неплохо, а наоборот, здорово и интересно. Ведь кроме своего родного языка можно выучить любой другой или даже несколько, ведь правда? Как в пословице говорится, мудрым никто не родился, а мудрости научился. Давайте же учиться этой самой мудрости, тем более нам с вами именно сейчас самое время учиться. Хотя учиться никогда не поздно, но все-таки чем раньше мы начнем это делать, тем лучше для нас. Впереди еще много неизведанного и любопытного. Кстати, латинская буква X обозначает неизвестное. Изо дня в день, читая книжки и узнавая много нового, таких иксов в нашей жизни будет все меньше. А вот мультиков в передаче «У Лёвушки в гостях» все больше. Прошу! Итак, друзья мои, передача на этом наша завершается. И Лёвушка прощается с вами до следующей встречи. Помните, учение свет, а не учение тьма. Поэтому читайте добрые и умные книжки и смотрите передачу «У Лёвушки в гостях». Пока!